Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть Far Cry 5, DLC проходим, Пленник Марса, практически, наверное, мы уже прошли, наверное, парочку серий, я думаю, осталось. Вот, мы не будем полностью на 100% его проходить, мы просто соберем все части, наверное, Хёрка, и, ну, откроем по сюжету там все, что надо, откроем. Вот, наверное, на этом все. Потому что нам сказали, то, что основной сюжет, основной, заключается в том, чтобы собрать все части Кёрка и... собрать все части Кёрка, сейчас, извините. Ну что там, чел? Крутая техника? Да. Кёрк, там голограмма Солнечной системы, и на Земле указано много целей. Это кульминация моих исследований. Значки отмечают уязвимые цели на Земле. Это не уязвимые цели на Земле, это то, куда она будет атаковать. Где, безусловно, пойдемте. Появятся арахниды. О, ага. Да, ясно. Ты что, сомневаешься, Некрай? Не, я? Нет. Что ж. А я, да, я сомневаюсь. Мне кажется, кто-то здесь нам пиздит. Так, здесь у нас эти, да, едут. Так. Она думает, что я такой дурак, понимаете? Она думает, не Крайн, он дебил. Хёрка же она развела, как дурачка. Блин, легкий уровень сложности включил, ребят. Не работает. Это что, это большая бочка? 200. Но все время, блин, я что замечаю, мы когда берем что-то, у нас происходит микро, этот, такой, подлаг. Микроподлаг такой происходит. И происходит он, блин, из-за того, что происходит сейф в этот момент. Энергомодуль. Так, ну мы сюда не идем, мы идем за частью. Потом мы идем вверх, потом мы идем вот это вниз, тут все. Как бы. А сколько у нас этих чуть-чуть? Сколько у нас вообще? 4 штуки. Я думаю, пока нам хватит, я не знаю, зачем они нам столько. Так, а что у нас там вообще стоит? Ага. Блин, как вот этих дядек больших разбивать, я не знаю. Наверное, каким-то надо супер-дробовиком. Да господи, геотермальные аномалии, гейзеры выбрасывают на поверхность планеты различные вещества и объекты, в том числе энергомодули. О гейзерах мало что известно, кроме того, что они испускают ядовитые газы, вызывающие у людей галлюцинации. Внимание, геотермальная аномалия. Эй, придержи коня, этот газ опасен, чувак. Чел, от этих паров у тебя совсем мозг поплывет. Да, я через это уже проходил и больше не собираюсь. Это так, к сведению. Да я понял, там можно достать модуль, да, нам получается. Так, я понял, то есть нас там погалюнит, наверное, мы что-то там поделаем. У меня в штанах зашевелилось, это значит, где-то здесь лежит моя частичка. Понял. Это здесь твоя частичка. Где же здесь твоя частичка? Так, мы туда сразу наверх поставим меточку. Угу. Все, нашли частичку. Так, частичку Хёрку нашли. Ха, нашел твою ногу! Она хоть успела загореть? Икра у меня еще ничего, а вот ляжки белые, как снег. Да, успела. Так, пойдемте наверх. Куда нам? Туда, 200 метров. Мы еще можем взять? Там полная, да, получается? Thank you.
Так. Да залезь. Ждем. Ой, опять насосная станция, опять с этой, да, воевать. Впереди насосная станция С2. Да, С2. Опять с бабой воевать. Ой, с бабой с этой, ну да, с бабой. Энергомодуль находится у королевы арахнидов. Ща все сделаем, точно как в аптеке. В нормальную, не в той, где я гондоны беру. Хотя, если подумать, да, мы натянем этих гондонов. Давай натянем гондонов. Не, ну снайперка неплохая, хорошо, я как бы согласен. Она как бы неплохая, но... Вы что, думаете, вы только одни, что ли, можете на такую дистанцию херачить? Я тоже умею. Они как-то, что, кстати говоря, знаете что, стреляют на упреждение. Козлы. Так, а еще у нас здесь обычный, да, ствол? Еще у нас есть щит, кстати говоря. Вот как вот с этим чертом справляться, я не знаю. Пиздец. Ну, в принципе, так же и справляться. Как с остальными? Так. Наверное, игра подразумевает то, что я пойду туда, в атаку, да? Ближе к ним. И не буду стоять на заднем где-то плане. Наверное, да. Ладно, пойдемте поближе. Да, господи. Пошел уже. Давайте. Берегись, чел! Шухер, королева здесь! Вот, блин, я, кажется, обгадился. Да, точно, отложил болт, а то и два. Лети, я же нажимаю, почему он не летит? А станции подзарядки. На станциях подзарядки можно найти бездействующих роботов. Стреляйте по лампочкам, чтобы освободить их. Роботы будут толкать арахнидов, оказавшись поблизости. По лампочкам. Ох, блядь, не по тем лампочкам стрельнул. Воу. Неплохо. Иди атакуй эту паду. Так, половину мы ей снесли. Перезаряжайся, блять, сука. Как же их, блять, много. И нихера, у меня, короче, нелегкий уровень сложности. Клянусь своими микросхемами. Нихера, у меня, ребят, не уровень сложности, нихера не легкий. Я только благодаря роботам. Меня робот только спасает, ребят.
пиздец, какие они меткие. Трындец их. Я все кнопки нахер перепутал, ребят, уже. Давай, лечись. А, у меня нет аптечки, замечательно. У меня нет аптечки, ребят. Пошел нахуй отсюда. Кринакс, Кринакс, очень сильная независимая уважаемая самка сдохла. Помещение с терминалами открыто, можно входить. Да я что понял, у меня нет аптечек, да. Суй энергомодуль в терминал. Угу. И я понял то, что я не использовал вот эти вот херни, да, с королевой, которые связаны. Вот, вот такой вот я вафель. Это я не использовал, то я не использовал, ребят. Но эти битвы, конечно, с этим говнооружием, конечно, ребят. Бегать, конечно, вот тоже вот эти вот собирать хрень эту, гель. По чуть-чуть, это, конечно, такой трэш. По капле, знаете. По капле высасываем. Я вообще ничего не вижу. Тут 19, тут. Надо было зайти здесь. И здесь просто этих набрать хрени, да друг на друга их натравить. Чтобы они друг друга поубивали. Я не знаю, что я мучаюсь все время. Надо просто их натравливать друг на друга, да и все. Че как ярко, блин. У меня же глаза вытекают. Но роботы мне на самом деле тут помогли. А зачем я это собираю, я не понимаю. Станция С2 восстановлена. Мощность восстановлена на 50%. Нужно торопиться. Арахниды знают, что мы пытаемся остановить их. Правда? Правда, Крив, да. Так, давайте вот за место вот это вот. Давайте попробуем вот это купить. Да, вот это вот поставим. А мне... Ну, мне так не кажется. Их жажда уничтожения жизни на других планетах неутолима. Многие уже начали превращаться в лучшие версии себя. Сильные, быстрые. Послушай, Ник. Поспеши, или твоя жена и ребенок станут пылью, по которой будут ходить арахниды. Ой! Блин, жутко, жутко как-то, чел. Но ты ее слышал? Фух, судьба мира в наших руках. Соберись. Мне кажется, она манипулирует. Так, идем за частью Хёрка, потом идем сюда вниз. И... куда вниз идем, да. Здесь бегать я всех арахнидов, ребят, не буду убивать. Я вот играем на легком уровне сложности, да, я вот даже снизил, да, у меня же легкий уровень сложности, я не чувствую, что я на легком играю, честно. Их, да, мы на низком уровне играем, блин, я не знаю, оружие не стреляет, ни хрена не стреляет. Может, оружие, потому что надо помощнее, как бы, да, видимо. И только потом, типа, она начинает убивать. Просто я не чувствую, что, ну, действительно, это оружие кого-то убивает. Арахнида, вероятнее всего, здесь ничего не это, не решает. То есть это она хочет планету нашу захватить. Просто ей так не повезло, она решила здесь обосноваться. Ей не повезло, ребят, в том плане то, что ее, она, ну, пришла, начала развивать тут что-то свое. А ее, короче говоря, арахниды подожрали, и все. Чувак, сделай милость, вон там часть тела лежит. Подбери, пожалуйста. Ага.
Бля, я не чувствую, что легкий уровень сложности. Пошли в атаку все. Пиздец, они жирные. Да вы чё, блядь? Сколько вы, блядь? Сколько вы, блядь, впитываете, алё? Даются во сколько, по сутки? Да. Большой палец. Серьезно? Сколько активности? Вроде большой палец. Это точно большой палец ноги, а не руки. Вечно я их путаю. Они у меня так похожи. А где еще части? Пиздец. Ну за них сотку дают, конечно. Но впитывают они прямо хорошо, ребят. Пиздец. Сотка, да. За каждого. Ну-ка немножко полутаем. Так, ладно. Так, мы немножко полутали. Так, часть херка мы подобрали. О, господи, опять туда идти. Здесь вот что-то, да, наверное, тоже будет. Центр сборки роботов. А мне обязательно это все вообще открывать, как бы каждый, да, мне обязательно открывать? Ну, здесь, конечно, да, опять же, я говорю, осталось немного, но пойдемте сначала в центр сборки роботов. Здесь записи этого, да? Как на нем летать, на крыле? Что-то я забыл, я вот кнопки вообще не нажимаю, вроде бы... Вроде бы лечу. Впереди центр сборки роботов. Блин, круто, чувак. Мы увидим, где Рина делает детей. Ага. Понял. Так, детей она здесь делает. Это что? Кайфолом. Так, ну типа броня. Сбой терминала. Требуется ремонтный робот. Ну почему ни хрена не работает? А ты мне откроешь? Двери неисправны. Понял. Найдите обходной путь. У-у-у-у! Озадачило. Используйте консоль для запуска робота. Сложный механизм. Кому интересно, читайте. Хотя навряд ли кому-то интересно. Если кто-то и смотрит эти ролики, то смотрит чистый геймплей. И кого нам ожидать? Марсиан-охранников. Ошибка 502. Включены роботы без программы. Роботы враждебны. Ну и дела, лучше бы помалкивал. Да что такое? Робот весь встроенный щит, который активируется при низком уровне здоровья. Чтобы добить робота, избегайте попадания в щит. Как мне понять, что у него щит? Пиздец. А с роботов что-нибудь сыпется? Ну.
А, можно их с винтовки шутить. Роботы-ремонтника через консоль. Ой, давай, где? И что теперь? Попробуй консоль. Граната ж два раза не убивает. Эпитафия? Видал, да. Чел, с тобой на день не надо спорить. Впрочем, забудь. Ты какой-то несчастливый парень. Да. Защищайте робота. Блять, заебало опрокидывание, это бесит просто. Стреляй по плохим роботам! Сможешь их отличить, да? Они такие все из себя загадочные! То есть они только отсюда будут идти? То есть они только отсюда будут идти без проблем? Уйди отсюда нахер. Великолепные миссии, ребят. Эти миссии мы и заслужили. Но кто скажет, а что ты хочешь? Это Far Cry, здесь всегда так было. Какие-то наркоманские миссии непонятные. Блять, заебал в мою сторону катиться специально. Все? Терминал восстановлен. Центр сборки роботов готов к активации. Все, да? Все. Центр сборки роботов установлен. Великолепно. Восстановлено. Че у нас по херку, кстати? Что-то как-то до хрена палец большой, блин, правой ноги, охренеть. Что? Доктрина производит не слабеньких роботов. Ага, это какой-то кошмар. Чего это они на нас набросились? Сбой, Николас. Такое бывает, мужик. Не волнуйся, скоро Рина устранит неполадки, и мы будем в безопасности. Ага. Да, что-то я сомневаюсь. Так, да, устранит она. Да. Так, сюда пойдем. У нас три модуля осталось, кстати говоря. Но здесь вот можно энергомодуль найти. У нас три осталось. В принципе, три мы... А сколько нам здесь всего еще осталось? Раз, два, получается, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, а у нас только три, да? Угу. Ну что, знаешь, придется бегать потом этих с королевами воевать с этими. Красоты. Королева красоты. Придется, да, что делать-то, ребята? Пойдемте, там закат где-то у нас. Хер попадешь. О, здорово, мужики. Ну-ка. Хочу наверх. Хочу наверх, хочу туда. А как нам попасть туда? Не говорит, что так. Иди, антенна B2. Вот, блин! Куда? Угу. И тебе, чел, не знаю, как ты туда заберешься. Нужно будет воспользоваться гравипоясом. Точно, Рина! Какая она умная и сексуальная. Откуда ты знаешь? Просто знаю и все. Я узнаю внешность по голосу. Натренировался на телефонных операторах. Лучше бы Рину звали Джиной. Я так тащусь по Джинам. Джина Дэвис из «Земных девушек», Джина Гершон из «Шоу Гёрлс» и, конечно же, Джина Карана, которая надирает всем задницы на ринге. Говорю тебе, чел, сексуальное имя — это важно. Но я кое-что понял. Не бывает так, чтобы в одной женщине все сразу. А Рина особенная. И я прям... Вдруг это слово на букву «Л». Ты не веришь в любовь? Эй, а вдруг поверю?
босс мамыши, приставучие твари. Это, по-моему, про кого? Космомыши. Это про летучих, что ли, этих? Так, я надеюсь, все, здесь больше ничего не надо будет делать. Так, это получается, что у нас? Да, два этих только осталось. То есть нам по-любому 4 модуля надо где-то, ребят, с вами где-то еще брать. Я не знаю, надо прям вот 100% это все открывать или че, как бы. Если нам 7 штук, надо еще 4 модуля, значит, нам надо найти с тобой. Это, блин, жопа. Вот это проклятых открыто, мы молодцы. Карта обновлена. Да-да-да. Карта обновлена. Тут вот есть, там какой-то гигантский арахнит, что ли, или что? Тут часть терка-херка. Туда надо, сюда. Ну, здесь, да, чуть-чуть как бы. Здесь, кстати, сходим, заберем, наверное, этот сюда. Блин, энергомодуль. Может быть, кстати говоря, там нормальный энергомодуль был. Там может быть просто энергомодуль. Так. Не знаю, в чем дело, чел. Не знаю, что такого в этой рине. Я чувствую что-то, чего никогда раньше не чувствовал. Как будто что-то с... Внимание, королева арахнидов. Копать, колотить, у нас тут королева! Копать, колотить, у нас тут королева. С королевой нас сейчас будет воевать, да? Да, сидит. Сидит. Королева красоты. Вообще можно на самом деле бы спуститься туда. Так, пришло время для хитов белого лигра. Вспоминается тур возвращения монстров Куни и Рока. Да, это было мощно. Даже тихо, блядь, ты... Они задували герыч друг другу в жопу перед концертами. Что? Вокалист говорил, что чтобы голос несешь, хрумить, а вот нахера барабанщик это делал. Чё ты несёшь? Сканер сообщает о резком снижении популяции королев. Впечатляющий ник. Да. Ох, чел, было жёстко! Мы молодцы! Какие кто кого в жопу там что-то долбил. Так, давайте вот сюда отправимся в путешествие. Геймплейчик, конечно, такой однотипный, ребят, да? Одно и то же просто делаем. И вот, вот знаете, если мне вот эти вот... его бы шуточки, да, вот эти вот, то... Вот эти разговоры, то от первой части бы игра сильно бы не отличалась. Вот, я что думаю, мы вот сюда еще сейчас сходим за энергетическим модулем. Куда? Туда, да? Да. Ага. Сейчас летаем сюда еще за энергетическим модулем. Не, чувствуется, я сложность понизил, ребят, чувствуется, полегче стало. А то я задолбал эту королеву полгода распиливать, я не вижу смысла. Просто, ребят, не вижу смысла полгода распиливать. Внимание, геотермальная аномалия. Придержи коня, этот Давай. Газ опасен, чувак. Чел, у тебя железные яйца, Ник. И у меня такие были. Да, пока ты их не потерял. Давайте, пройдем здесь испытание какое-то. Какие-то галлюцинации сейчас будем испытывать. Не знаю, посмотрим, может, ачивки какие-то будут. Посмотрим. Прикинь, сейчас надо будет все делать по стелсу. Исследуйте бункер. Это бункер из пятого. Нет. Этого. Нет, черт, нет! Что? Что с тобой? Работа снится?
боже, как я ненавижу такие сны! Всю ночь работаешь, просыпаешься и опять на работу! Что может быть хуже? Это! Я в бункере Иоанна! Потому что... На самом деле печально. Потому что мы в бункере-то не очень хорошо. Хотя это галюнь, нам оружие что-то дадут или что? Что это у меня было? У меня на хвосте какой-то черный дым! Чё? Чё у меня, во-первых, в руках было? Что за дробовик? Ладно. Если бросить сердце королевы в кучу арахнидов, они начнут тыкать друг друга, да. Энда после выброса гейзера на поверхность оказывается энергомодуль. Про гейзер мало что известно, кроме того, они выпускают ядовитый газ. Ну, этот-то модуль они выкинут, наверное, после того, как мы здесь испытания пройдем. Вот черт! У меня на хвосте какой-то черный дым! Такое бывает после буррито с заправки. Пиздец. Мне не раз снилось, что меня схватили и держат тут. Нужно найти выход. А мне иногда снятся кошмары, в которых меня преследует брокколи. Брокколи твой друг, Хёрк. Больше брокколи, меньше буррито с заправок. Пошел нахуй. Оно все ближе! Так, время включать внутреннего тренера. Ты сможешь, чувак, давай! Беги, Ник, беги! Ну я бегу. Да, блядь, ты че упал-то, алло? Пиздец, он чё упал-то? Блин, пиздец. Пошёл нахуй. Я же взял. Человек какой-то вообще действительно какие-то... Лучше по башне полазить. Да-да-да. Ну, лучше, знаете, королев помочить. Мне больше понравилось королев мочить. Энергомодуль мы забрали. А если туда еще раз прыгнуть, что там будет? Там просто пустота? Божечки, чувак, он заделся. Ты как? Я уж думал, ты покойник. Черт! Что это за хрень? А я тебе говорил! Ты с этой штукой не... Подождите, а можем вот сюда-то пыхнуться? Да. Ты пыхаемся туда, короче, еще часть Ника ищем. Ой, Хёрк, часть Хёрка ищем. Потому что нам по-любому 4 штуки надо, ребят. Мы, я как понимаю, мы полностью не закроем. Хотим мы не хотим, но все равно придется эти части искать еще энергомодули, чтобы все вышки вот это все открыть. Хотя я не знаю, нам надо или нет. Но, то есть 4 штуки у нас будет не хватать. Хочешь, не хочешь, надо их открывать. Вот. Потому что у нас сейчас 4, допустим, мы сможем открыть 1, 2. Получается 3, 4. 5, 6, еще 2 надо. Но здесь, допустим, одна там. Что это ночь? Это что? А, это все работает, все понятно. Так, а что у нас по этим? Подождите, а по улучшалкам у меня там нет ничего? Не, телепорт, типа, а по улучшалкам что-то вот по этим вот. Что это? Теперь вы можете носить с собой больше аптечек, лучше перебдеть, чем недобдеть. Кайфолом Фокс, но... Швейцарский армейский нож. Фокус-покус, кайфолом. Так, это мы заберем. Давайте этот сделаем, да. Космобинты. Космобинт 2.
Мотай плотнее. Плюс один к армейскому ножу. Вставить его в терминал, чтобы начать перезагрузку. А, энергомодуль я могу купить. А, то есть мне не обязательно их бегать, если у меня денег до хрена, то есть я могу их купить. Я понял. Понял. Так. А, вот это что такое? Тазер, шмазер, аннигилязер. Тазер, шмазер, аннигилязер. Как бластер, как лазер-бластер, только длиннее на одно слово. Превращает противников в кур или коров. Вот до чего техника дошла. Но у него, смотрите, дальность, да, скорость, энергоемкость не очень. Вот этот самый лучший получается. Давайте попробуем купить тайзер, шмайзер, вот это, аннигилязер. Тазером шмаляю всех вокруг. Да, давайте попробуем, что это за тайзер. Сейчас попробуем, что это за тайзер, шмайзер, аннигилязер. Сейчас посмотрим, на что он способен. Оу. Где-то рядом мой фрагмент. Да, вот он. А так бы я должен был лезть снизу, ребят. Ну, мы так с тобой, да. Так, а мы здесь, получается, открыли. Тут что? Королева каменистого моста. Убейте королеву каменистого моста. Не хочу. Идем сюда, потом вверх, сюда, часть Хёрк, сюда. И вот эту вот часть надо будет закрывать тут еще. Тут еще придется, да, закрывать. Хотя вот сюда еще можно будет энергомодуль. Потом спустимся, наверное, на энергомодуль сюда. Хотя тут вот еще части. Эй, что-то есть! Приплещу! Левая! О, левая рука! Не очень-то она развита, в отличие от правой. Да, такие вот у тебя руки. Правую ты там разрабатываешь хорошо. Тазер, шмайзер, аннигилязер, ну-ка. Что-то все говно какое-то. Все какое-то говно это. Эти все пушки, блин. Изучение арахнидов. Внимание! В центре множество пауков. Замечены огромные скопления арахнидов и гнёв. Да не то. Крабы слегка недовольны твоими экспериментами, Рина. Королева где-то тут. Давай за дело. Королева где-то тут. Охренеть комплекс. Терминалами закрыта. Угроза арахнидов. А нельзя было поменьше терминал построить? Надо уничтожить их гнезда! Ты прав. Ты непременно прав. Что я жду, ребят, не знаю, что-то рассматриваю, чем-то любуюсь. Внимание! Сильная сейсмическая активность. Ой-ой! Твою мать, их там три! С ума сошли? В смысле три? Сразу трех мы не потянем! Как же жутко, чел, хуже, чем по пьяни застегивать ширинку. Главное маневр, амиго! Давай, чел, по очереди! Серьезно? Нам всех троих надо? А можно мне мой космолет, да? Трындец, а чё уж не 10 их тут?
херня, что пистолет, что это херня. Что пистолет, ребят, что то херня, то это херня. Блин, сломал эту. Не хотел. Да, блять, все мимо выкинул, сука. Блять, пиздец, все кончается. Че, получше, за какие три, блядь? Ой. Трындец, блин. Три королевы, ребят. Да куда ты, блин? Так, следующий, я думаю, этой займемся. И сюда, падла. Подожди, а что, не работает, что ли, блин? А, это надо другие эти орешки-то эти. Орешки. Вот такие вот надо. Блядь, запрыгни. Не запрыгни, потому что энергии нету, сраной. Да, блядь, промазал, сука. Блять, какое же оно тормозное, это оружие все. Божечки, да мы крутые. Покончим с этим. Ой, да, мы крутые. В кавычках. Трындец. Со всеми тремя драться, конечно, такое себе удовольствие. Ничего нет у меня. Эксперименты. Тут что, арахнид, непонятно. Да, мне бы яички бы их это. Вот эти вот. Ну бери, бляха ты, муха. Ну, блять, ты взял? Вроде бы да. Пошли. Уже рассвет наступил. Почему ты не берешь-то? Не хочет брать. Видимо, самая прочная, да, будет. Сука, подвинули ее. Ой. Давай, блядь, давай. Я не понимаю, как здесь на высоком уровне сложности играть, ребят. Я тоже. Если честно. Да. Интересненько. В кавычках, ребят. Вот только, знаете, благодаря вот этим вот хреням, которые... Крабы эти вот эти вот. С помощью них я им... сражался.
Так. Надо серию закончить, ребят. Это великолепно. Что с фейсом? Фейсик меня просил, мне не нравится. А нету еще? Где? Че? Перезарядить? Ну. А нету еще яиц? О. Я здесь же не был? Или был? Нет, я здесь был. Вот здесь я вот не брал. Собака, ты можешь нормальный? Возьми. Вот он не берет на Е, ему надо прям врезаться в эту хрень, и тогда только он берет. Да, блядь. Пойдемте. То есть тогда он только берет. А до этого он не берет. Все, мы открыли. Центр изучения арахнитов. Да. Восстановлено. Восстановлено. Это было круто, как гран-при на науч. Да, да, да. Так, кстати, можно их покупать, карбонат-то эти. Можно покупать. Бинтов, кстати, у нас 6. Ярмарки. И за что ты получил гран? Идем туда, значит, у нас 8 штук, кстати, их. Ты чё, никогда не слышал про такую херню, как невидимые чернила? Идея стара как мир. Как ты победил? Блять, а где? Не понял. А почему у меня не отмечается? Нас было всего двое. Второй чел не пришел. Но гран-при есть гран-при, ясно? Ага. Сейчас заберем, короче, чувствую часть его. Сексуальное возбуждение и ревность. Где-то рядом моя частичка, вот что это значит. Где твоя частичка? Хоть убей, блядь, не вижу. Давай, останавливайся. Ага, полетели за частичкой. Трындец. Да. А туда нам как забраться? Понял, заходим здесь. Серию надо закончить, да, я думаю. Что-то здесь игра начала подлагивать вот в этом моменте. Да, это все вроде нормально было, а что-то в этом моменте что-то она начала подлагивать. Иначе меня бомбардируют. Ни хрена меня сжирают. Терраформинг какой-то. А серию надо закончить. Какой жопу терраформинг. Так, Вач Никсон, нет. Какой ты, блядь, траектории летаешь, падла? Хорош. Где? Все, успокоились?
Так, найти. Так. Значит, найти что надо? Найти терминал, перезапустить его. А, вон он. Я думал, здесь он где-то под этим может скрыт. Я ж не вижу. Гнезда арахнидов мешают работе терминала. Уничтожьте их. Огонь по гнездам! Мерцающие хрени, уничтожь их, или мы не сможем включить терминал. Да я понял, господи ты боже мой. Давайте возьмем этот. Гляжу на эти гнезда и вспоминаю вопрос, который так и не загуглил. Рина, сколько хранятся яйца, когда истек срок годности? Функциональность терминала минимальна. Идет перезарядка. Я не понимаю, о чем ты, Шорт. Сосредоточься на цели. А, черт, проклятые космокрабы! Ну и ладно, а вот Сири знает ответ. Ну это так, к слову. Они не пройдут! Отпусти мои лапы! Держись, что, блядь? Космомыши! Ох, ёлки! Терминал заряжен. Терраформу можно включить. Жми, чел! Подожди, тебя, блядь, перезагружу. Спасибо, ангелок! Пожалуйста. Давай. Ебать. Не прощаюсь, краб! Это было круто! Нормальненько. Запустили. Так, ну я думаю, да, на этом теперь уже можно, ребят, закончить. Терраформинг установлен, да. Терраформер. На 73% получается игру прошли, да? Вот, отсюда, конечно, подлайки какие-то непонятные. В общем, в следующей серии, ребят, у нас 7 этих есть еще, да? Мы можем сколько? Раз, два, три, четыре, пять. 5 штук. Нам, в принципе, больше не надо этим. Мы с тобой отсюда прыгнем, полетим к... терминалов еще 5 штук, да, как раз вот эти вот 5 терминалов, и надо еще перезагрузить. Вот они остались здесь. Мы с тобой как раз вот сюда полетим, к этому терминалу тогда в следующей серии. Вот, потом сюда до верха дойдем сразу. Отсюда сверху, наверное, прыгнем. Хотя часть тела, да, отсюда бы лучше прыгнуть было бы сюда. Ну ладно. Или оттуда прыгнуть сюда. Ну ладно, мы отсюда, наверное, прыгнем. А мы отсюда долетим. Ну, да, наверное, лучше вообще туда вот лететь изначально. Ладно, может быть, мы туда, на левую сначала часть сходим, просто добежим до левой части. Да. Хотя, наверное, проще было вот отсюда, с верхней части, вот отсюда. То есть зайти здесь сбоку, зачистить так. Да, пойдемте через этот, через быстрое перемещение. Да, мы лучше с этой стороны будем заходить, потому что так будет проще. Побыстрее, чем там это, вот. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии, там пройдем. Геймплей великолепный, ребят. Стрел арахнидов, арахниды будут все наказаны. Вот. Мне интересно, какой финальный босс будет. Вероятнее всего, это баба с искусственным интеллектом будет финальным боссом. А подождите, а что я пошел? Подождите, справа зайти будет легче. А мужика-то собирать... Мы же мужика не собрали. Да. Так что мы возвращаемся назад. Да, нам надо мужика же собрать. Хёрка-то надо собрать. Хёрка надо собрать, и все, и да. Уж начали собирать. Надо дособирать, ребят. Там осталось чуть-чуть его. Там правая нога, левая рука. Вот, и да. Давай быстрее грузи. На этом серию заканчиваем, да. Сейчас посмотрим, кстати, еще это. О, Хёрку, что у него там? 3 части осталось. Вот одну мы сейчас найдем, и еще 2. Трындец, красавчик. Вот, сейчас одну найдем.
Да, и еще две надо будет найти, и все. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.